Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто проживает на дне океана? Желтая губка, малыш без изъян! Кто побеждает всегда и везде? Кто так же ловок, как рыба в воде? Прошу прощения, Игнатий, а не подскажете, где я могу заполучить карточку? Я у вас тут материализовался в подлодке. А чё ты прозрачный? Да говорю, материализовался в подлодке, аномалии европейские. А, ты, короче, это... Новенький. Слушай, я особо не шарю, чем тут лечить. На прошлом месте работе всех мефедроном лечили. Такое дело, что у меня даже карточки, банальной карточки помощника даже нету, чтобы ходить по кораблю. Пожар, пожар, мы горим. Нету пожара, у тебя психоз идет. Психоз. Вот, смотрите, помогает. Я вообще планировал инженера. Воу-воу-воу-воу-воу, ёпрсте. Или это глюны? Или это огонь? Невидимый. Это глюны, братан. Я призрак. Ёпрсте. Чё одеть-то? А, ой, от души, спасибо, спасибо, благодарю, благодарю. На, выпей. Ой, сейчас, подожди. Где ты? Здесь. Хорошо. Блин, а у нас горит или не горит обшивка, я не понимаю, или это галюны опять? Да, хорошо. Бляди. Это не про лизи. Ты трешак. Лизи. Слушай, а у нас утечки газа нету? А то тут такие, знаешь, эффекты, будто газ утекает и из-за этого травимся. Я инженер, мы сдавалось, но я играю за сбочник, я сейчас просто. Оу. Веселые аномалии, надо это, мефедрону жахнуть для пущего веселья. Блин. В предыдущем месте службы... Ничего ж страшного, что я вместо шприца, пистолета, сварочный аппарат использую. Европейская медицина, фигли. Сашо! Ты... А, внимание, команда! Меня кто-то вколол в неизвестный объект, пока я был под веществами. Кажется, во мне ксеноморф. Осмотри меня, пожалуйста, я, кажется, сдохну. Так, ты заражен. Да ладно! Знаешь, как-то сложно отрицать, как это произошло, меня оглушили дубинкой, вкололи штуку-дрюку. Мужик в скафандре был. Я и не разглядел, кто это. Чё, как он? Антибиотики. Выпей антибиотики. Ага. А, мы его тоже не понимаем. Пей. А у нас нет чем ему помочь. Пивайте его. Антибиотики широкого спектра лечат заражение. Смотри, смотри. Вот это вот Sage Devs, это вот это вот. Я тоже заражен. Реактор, ребят. Да, вкус, устойчивость. С реактором все хорошо, никаких проблем.
Я с вами, пацаны. Тихо, я это, я Я не пойму, от кого бегать. Меня тут люди не видят. Ну как он встретил? Делай его. Ври! Ври! Я не работает. Пацаны, я мирный, хоры. Вот он, герой наш. Дежурка ножом. Почему я за Раптора играл? Из зомбаря. Мы устроим гачимучи. Данжен мастер. Я помню, когда в одном заплыве был, мы нашли артефакт, который гробит всю электронику в подлодке. Такая жопа была с его доставкой. Так он не помогал, у нас контейнер был, он не помогал. В том-то и дело. Чё? А как так? А как это значит? Мы типа маяк починили, там был артефакт. Мы взяли артефакт, и как только артефакт появился в нашей подлодке, у нас всё просто начало это ломаться. Ёпт! Мы почти приплыли. А где огнетушитель? Ёпт! У нас проводка горит, мы тонем. Мы пока не тонем, да? Пока не тонем, но надо починить быстрее, мы почти доплыли. У меня огнетушителя нету, а пасать по-пионерски не могу на него. Подуй, подуй. Ё-моё! Так он сильнее разгорится, если подуть на костер. Где вы, чё у вас? Да у нас пожар... Ой, ёпарасы ты! Где пожар? Проводка, проводка. Там, где проводка, у нас всё горит. Давай последний раз угробим и разойдемся. Да, блядь, хочется поиграть со мной. Помогаю. Я согласен. Подрывом или как?
Не подрывай, блядь, не надо. Все нормально. Я буду как Рэмбо, короче. Где капитан? Да что ты делаешь? Да не надо, блядь, подрывать трактор. Нахуй ты это делаешь? Где капитан? Да все, все, хорошо. Арака, отойдите. Арака, за военное поступление. Ты приговариваешься к смерти. Спасибо, Дурас. Арака мертв. Какая-то жопа прям произошла, ёпрасута. Хрен там, он живой! Он живой, ты его не добил! Да, там еще раз будет сниматься, как помощь врагу народа. Ура, товарищи! Ой-ой-ой, и голосуй давай. Так а чего нет электричества, блядь? Блин, минус Арака. Кладлар, уходи оттуда, быстрее! Почему? Быстрее! Ради социализма! Бегу! Алло! Ай, блядь. Ну, раз уж дело прошло по коммунизму, давай я что-нибудь коммунистическое расскажу, я на монтаже потом гимн Советского Союза поставлю. Там не знаю. Свободный проход крестьянам по подлодке, там не знаю. Всем бесплатный мефедрон там. Не был против крестьян. Бесплатный мефедрон студентам, ну или что-то в этом роде. И даже Америка смотрит с умилением. Как рабочий союза чтит имя Ленина. Христос, товарищ, вы умирали напрасно. В классовой борьбе мы и без вас управились. Да. А кто капитан этой посудины? Матрос. Ну так это наша посудина, и нет капитана, это коммунизм. Все здесь равны, поэтому я предлагаю сейчас, я повезу штурвал и по очереди будем штурмировать, блять, да. Ну давай. Чё-то мало речи, я на монтаж мало поставлю эту гимна Советского Союза. Ты там над речью думаешь про коммунизм? Кто? Это власть. Власть народа, коммунизм. Отвертку гони. Отвертку на пол. Я коммунист. Отвертку гони, говорю. Там, не знаю, речи про пятилетку за 3 года, там, где, это, Олимпиада 80-х. Все в порядке, капитан? За что? За что? Все в порядке. Help! Помогите! Капитан умом тронулся! Ёпт! Очень страшно.
Эээ.